castelo, ponho um cotovelo em alfama, descanso o olhar e assim desfaço no velo. Когда проснулись в Лиссабоне? Сейчас ноябрь, на улице действительно тепло. Мы вчера добрались из аэропорта, конечно, сложно. Город построен на 7 холмах, мы это поняли, пока добрались сюда. На первый взгляд нам очень понравился город, хоть мы еще мало видели. Мы только разложили вещи и пошли в округе. Тут очень много разных кафе, мы покушали, посидели, выпили вина. Очень добрые, отзывчивые люди, они нам помогали добраться, мы тут немножко заблудились. Мы живем около замка Святого Георгия, это прям центр. И вот у нас такое окно и выход. Смотрите, какая узкая улочка. Лиссабон – город контрастов. Вот так называется наша улица. Это все стены замка. И вот посмотрите, в какой выход мы выходим, чтобы идти гулять в город. Очень красиво. Здесь все еще эти остатки замка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Одни холмы и красота. Мы отправляемся в путь. Так, на заметку. Никогда не ходите по Лиссабону на каблуках. Лучше всего в кроссовках. Потому что город построен на холмах. И тут все в брусчатке. Резко вниз, потом вверх, потом вниз, вверх. Так что удобная обувь нужна. Ну вот пока мы видим только такие облупленные кусочки этой плитки, азулежу, и какие-то не очень красивые дома, но в принципе интересно. И везде сушится белье. И везде здесь вот такие маленькие дверки. Руслан бы не вошел. Везде такие посипусенькие дверки. Тут надо быть очень худеньким, чтобы проходить. Как в магазины, так и в жилые здания. Мы сейчас зашли в замок Святого Георгия. Вход стоит 8,50. Здесь просто невероятно красиво. А если вы студент, то за пятерку, только не забудьте студенческую карту. Да, если вы студент, до 25 за 5 евро. Но я не студент, но мы сказали, что я студент, но не прокатило. Вот. Здесь сейчас вид на город. Счастливо, посмотрите, какой красивый вид сзади нас. A ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia. E этот знаменитый Красный мост, но сейчас туман, и его не видно. Такой же мост в Сан-Франциско. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada. Действительно, по этому замку можно гулять очень долго, и самое романтичное место пока, что мы видели и где мы были. И, кстати, именно с этого места начинался город Лиссабон. Эти стульчики и столики – это из пробок. Все сделано из пробок, так как Португалия
экспортирует очень много пробки. Да, здесь очень много сувениров и изделий из пробки можно с собой привезти. Здесь вот в этих остатках замка сделали ресторан. Поставили стульчики. Лишь была и моса, мы сейчас поднимаемся. А ты что снимаешь? Не боишься? Нет, я не боюсь. Во. Фу. Класс. Вот куда мы вышли. Пришли оттуда. Посмотрите, где мы идем. Как тут узенько и как тут высоко. Окей, мы сейчас едем на таком, так называемом, тук-тук. Мы едем на тук-тук. Тук-тук. Я еле на него залезла. So, where are you from? We from Germany. We actually from Ukraine, but we live in Germany. How fun, huh? And this place is called the North of the Sun because the Moorish people, the people who were here before the Portuguese, they had a look. Yeah, I see. But it's not the first station, right? Видите, как тут узко, сколько тут трамвай, и мы, и машины, и все подряд. Вот можно потрогать людей отсюда. Очень экстремальная поездка у нас. По горам. Движуха, и мы без дверей сидим, но это реально очень крутая штучка, это тук-тук. Вот так выглядит машинка, на которой мы приехали, тук-тук. Очень хороший парень нам попался, очень классно нам порассказывал все. Вот он. Мы наконец-то пришли в это место, где я очень обеда. Руслан уже начал кушать свежую рыбу. Вот только, можно сказать, словили. Очень классный запах. Я еще жду. И вот мы открыли карту и дальше смотрим путь. Руслан купил мне носки. Мы снова в трамвае. Только уже в номере 15. Можно реально потратить полдня в ожидании трамвая, который ходит раз в полчаса. Пока дождётесь трамвая, много времени пройдет. Eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu, quando pombo te olha. És mulher.
Ти любай, румай залту дусай, Поню фар, ке соби вентар, Агуардент де вида и мадрон. А, это Америка. Карта мира. Напротив монумента первооткрывателя. И подписано, в каком году что было открыто. Португалия сразу ассоциируется с великими географическими открытиями. А Новой Зеландии нет. Идем по набережной вместе с ней. Река Тежу. И мы идем к Вифлеемской башне. Сегодня пасмурно. Как по мне, оно похоже на ласточкино гнездо. Ну, я рад, что уже что-то произошло. Будем кушать.